меня часто спрашивают, вы работаете в Голливуде или же где вы работаете? А что такое понятие Голливуд? В Голливуде много студий, они все находятся в Лос-Анджелесе или же в Калифорнии. Слово Голливуд – это не понятие, что вот именно в какой-то студии ты работаешь. Нет. Все художники, все режиссеры, все музыканты, которые работают, имеют отношение к кино, они работают в Голливуде. Это обширное понятие. А все компании independent, они все независимые компании. А попасть в Голливуд, сказать, что я попал в Голливуд, я могу сказать так. Благодаря моему большому резюме, огромному списку работ, двери Голливуда передо мной открылись. Открылись вот настолько. Я засунул только свой нос. Пока. Но отзывы очень хорошие. Как бы люди достаточно серьезные, делают достаточно серьезные выводы обо мне. Поэтому я надеюсь, что все в ближайшее время. В ближайшее время у нас будет очень серьезный прорыв с еще более значимыми мировыми проектами. Клипы, конечно, я очень люблю снимать. Это такое мимолетное такое... Ну, как сказать, нельзя сказать, что это мимолетное увлечение. Нет, это не мимолетное увлечение. Клипы — это серьезное искусство. Это определенный ранг искусства именно киноиндустрии, в котором определенные есть законы, жанры, которые подчиняются определенному жанру, определенным законам, которые подчиняются определенным канонам. Любой клипмейкер, я надеюсь, ну, думаю, что так, любой мечтает стать большим режиссером. Конечно же, меня всегда привлекало большое кино. И я, например, даже в своих работах, в своих клипах всегда постоянно обращаюсь к этой теме. То есть, если взять по большому счету, у меня каждый клип всегда какая-то маленькая история, всегда есть идея. Не только картинка, не только бессмысленная картинка. Бессмысленные картинки, да, они хороши, но они очень быстро надоедают. А когда идея есть, когда есть какая-то история, которая трогает где-то до глубины души человека, вот это важно, вот это важно в клипмейкерстве. Конечно же, меня больше тянет в кино, потому что я понимаю, что, ну, меня всегда это тянуло к этому. И оно засасывает, как белорусские болота во время войны. Армана Санте, у него был первый приезд когда-то до нас, был приезд буквально там на 3 дня, он прилетел на фэшн-мероприятие в Узбекистане. Затем по-настоящему вот, приехать и узнать Узбекистан ему довелось именно на нашей картине. Мы его завезли в такие дебри Узбекистана под названием Барса-Кельмес. Если вы немножко знаете тюркский язык, то это название даже одно чего стоит – «Пойдешь, не вернешься». Поэтому он был в шоке, увидев такие шикарные соляные пустыни, плато Устюрт, где происходили съемки у нас так называемого Афгана. Но Афган у нас нетипичный, не такой, как кишлаки, и все там, все всегда снимают Афган, это кишлак обязательно. Нет, у нас Афган такой художественный, такой интересный, арт такой, необычный. Очень красивые места там. И ему очень понравилось, и он... готов сотрудничать 24 часа в сутки со мной. Ему нравится мое творчество, нравятся мои фильмы, мои клипы. Поэтому мы с ним в очень хороших отношениях, и он всегда рад приехать в Узбекистан.
Армана Санте сейчас снимается также в главной роли в очень достаточно будет сказать, я точно не могу прямо сказать вам, насколько это будет масштабный фильм. Это документальная драма об одном из самых известнейших людей в истории Узбекистана. На данный момент процесс идет, очень серьезный процесс вовсю идет. Съемки происходят в 6 странах. Название фильма я пока не буду говорить, вы узнаете в ближайшее время. Хочу сказать, что это историческая документальная драма об одном из самых известных людей из Узбекистана. Не имея таланта, ты, какие бы ни были у тебя связи, какие бы ни были у тебя деньги, вы не представляете, вот в шоу-бизнесе огромное количество денег вертится, и много проектов появляется, девочек поющих или мальчиков поющих, типа, в которые вкладывается огромное количество денег. Через полгода вы их не видите, не знаете, не видите, не услышите никогда нигде. Поэтому процент таланта имеет огромное значение. Терпение, удача. Конечно же, удача также должна сопутствовать человеку. Нужно оказаться в том месте, в нужном месте, в нужный час.